Сообщение о пропаже 32-летнего мужчины оперативникам поступило в воскресенье. Накануне утром Бобрученин приехал из России тем же вечером. Решил провести время со знакомыми на городском пляже. Со слов правоохранителей, он пошел купаться и не вернулся. В понедельник тело в воде обнаружили прохожие. Где-то было часов 10-11 утра. Люди гуляли по берегу, там с той стороны Мечты. Мы на пляже были, проходили приблизительное место, где должен, ну, где утонул или что. Смотрели по-новому, пришли люди, сказали, что всплыл человек, походу, у вас там. Тело находилось неподалеку от теплохода «Мечта», в 300 метрах по течению от предполагаемого места отдыха. Повреждений специалисты не обнаружили. Как нам пояснили водолазы, течение в реке почти метр в секунду. И чаще всего в подобных случаях погибших находят далеко за пределами зоны контроля этой спасательной станции. Что именно произошло в злополучный вечер и что стало причиной гибели мужчины, выясняет следствие. Ангелина Дегун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.